Зи, дорогие наши зрители. Говорю снова наши, потому что у сэра Валенарда наконец-то появились какие-то сдвиги положительные в его... техническом кризисе, технологическом, железном. Короче, заказал он себе кое-какое железо, а именно компьютер. Ну, подробности вдаваться не буду, потому что какой смысл. А мы с вами продолжим проходить Fallout. И, как вы видите, я нахожусь на базе Марипоса, где куча мутантов находится. Вот. И, собственно, вы можете заметить, что в руках я держу вот эту вот прекрасную вещь, называемую лазер Гатлинга, который называется L-30 и изготовлен для военного использования. Так, надо его испытать в деле. Так, а у этого какое оружие? У этого просто пулемет. Так, давайте попробуем. Так, это опасно. Так, надо сделать 3 шага. Так. Или может 2 хватит, или 1. Так. Опа-на! Чё говорит? Нет такой боли, которую бы я почувствовал. А? Ну ты крутой чувак, я не сомневаюсь. Эй! Ты чё делаешь? А? Опс. Кажется, у меня проблемы. Неплохо, только Катю зацепил. Ай, блин, они сейчас ринутся вперед ведь. Придется мне тоже ринуться. А, нет, они успокоились. Ну хорошо. Лутать, наверное, будем потом. Сейчас у нас задача вообще добраться до какой-то логической точки, да? А вот этих ребят залутал, вот этот ящичек. А вот с этими потом, наверное, расквитаемся. Тут еще целый склад с оружием, как я вижу. Ну, предполагаю, что там оружие. Вот. Ой, блин, сейчас опять через силовое поле пробиваться. Черт, вот нафиг я сюда полез вообще? Как бы я не знал, что тут ничего не будет. Надо сразу ехать еще ниже. Так, вот сейчас я попробую чуваков этих попросить остаться на месте. Теперь можете идти. Спасибо за помощь. Ау. Делайте, короче, что хотите. Тут на базе мутантов среди врагов. А я пошел. И вот я сейчас чисто проверю. Проверю, что будет, если... Вот, конечно, челлендж. А, впрочем, что я туплю? Пусть они со мной сейчас сюда пропутешествуют и помогут мне. Ничего себе, как все тут запущено. Это ж долбануться. Так, ладно, сейчас я быстро все сделаю. Пусть пошли со мной, в общем. Давай. Терпите, солдаты. Они реально солдаты у них, вон. Военная броня. Я думал, Баньярд еще хуже. Начинаю ненавидеть это место. Прикольно, что у них реплики какие-то еще проработаны. Даже до таких случаев, да? Вот я читал прохождение других людей, да, там, которые еще, не знаю, 2006 года, может... Там вообще далеко не все могли предположить, что компаньоны доберутся до вот этого места. А, так, первая помощь. У меня же есть первая помощь. Давай. Не, я не могу ничего. Ну, вообще, вот классное сочетание у меня. Такое оружие и... Такое оружие. А, не, подожди, надо все-таки их вылечить. Хотя бы симуляторов. Симуляторов им тыкнуть. Эть. Жалко, не пишет, сколько хп восстановилось. Ну, можно глянуть, конечно, самому, но...
Это же менее удобно. Так. Катя, так. Блин, еще стимулятор надо ткнуть ей. А то может схлопотать. Ребят, держитесь только. Так. Ну и на себе. Не, на себя не буду. Ну все. Ну вот вроде с этой позиции можно стрелять по ним. Блин, а их три штуки там. Ладно, давай. Я ненавижу ваш рот. Да получай. Так. Вот я очень надеюсь, что вы, ребята, не будете глупить больше. Ау! А чё в меня-то сразу... Ну... Ребят, придется сейчас мне это все переигрывать. Давайте-ка сейчас, секундочку, пожалуйста. Ну, в общем, очень классно получилось, когда вот эти два упыря встали в ряд в один. Я их просто одной очередью обоих с гатлинга свалил. Жалко, что это на кадр не попало, ну да ладно. Кстати, надо его перезарядить все оружие. Как это делается, хоть посмотрим. Ну как-то... Как-то неочевидно это происходит. Ой. А кто меня ранил? А, тут ловушки. Блин. Как-то их можно, типа, обезвреживать или чё? Да блин. Давай стимуляторы жрать, чё теперь? Надо как-то аккуратнее продвигаться. Так, это... Ну блин. У меня хорошая защита просто от этого. Чё, развалился. Не, а как вообще возможно эти ловушки обойти? Мне кажется, я что-то не так делаю. В этой игре. Капец. Надо было побольше взять с собой стимпаков. Тут вроде все нормально. Такой крадется. Незаметный самый. Ну, зато... Это. В смысле лифт не работает? Как мне пройти-то? Блин. Я тогда даже понятия не имею. Может, починить его можно? Попробуем. Так, кстати, уровень дали мне. Ремонту не подлежит. Ай. О, смотри, тут женщина. Какая-то Сара. Но тут очевидно загружаться. Ладно, сейчас я выясню, что делать, и вернусь. Никуда не уходите, через секунду буду. Вот, что-то получилось. Я сейчас нахожусь на первом уровне. И вот я каким-то образом взломал компьютер. Тут пароль что-то в форме игры как-то организован, то есть ты срываешь банк в игре в очко и проникаешь в основную систему через экран окончания игры, получаешь 800 очков за необычные способности во взломе. Ну и чё?
Ничего ж не работает. Как были эти стены, так и остались. Ну вот вообще я прохождение читал, надо подключать радио к компьютерам. Я вот никогда не додумался до такого. Ну, у меня их куча вообще. По идее, те, которые с тел мутантов сорвали. Ну, что-то не это. Что-то как-то не это. Ну, я, наверное, слишком дотошный, да? Вот этот, может, обезвреживал просто ловушки, а этот... Не получилось. Так, ладно. Ну-ка еще вот это радио. А если просто науку применить на нем? Моргнул. Уже что-то, да? Ну вообще... Смысла что-то никакого нет особо, да? Я подключил радио к компьютеру, и чё? Видишь, страшно повреждённое поле эмиттера. Ну, а если вот эти компьютеры попробовать потыкать? О, ну-ка. Давай. Я ведь это уже все делал. Какая же муторная фигня. Ну что ж, сейчас буду разбираться, когда разберусь, вернусь. Ну что ж, я не нашел более изящного выхода, чем просто взорвать эти силовые поля и проникнуть сюда. Что ж, попробуем? Не, подожди, рано. Это вот надо. Ну, теперь можно. Так получится у меня, надеюсь. Так. А нет. Эти силовые поля слишком силовые. Через них не прострелишь. Раз такие дела, надо попросить моих ребят немного посторониться и взорвать все. Да, хорошо. Итак. Так, все. На 10 секунд. И сразу ее скидываем. Бежим! Такого расстояния должно хватать. Да-да-да, неумелое использование. Так, а теперь скорее за мной. Эй! Понятно. Давайте сразу за мной, только держитесь подальше. Ты то же самое, Ян. Подальше, подальше. Так, ты давай это, не прерывай разговор. Отойди и смотри. Так. А, в смысле, использовать таймер на 10 секунд. И
Складываем это все сюда, отступаем. Нифига. А может как-то можно? Вы не имеете контрольную панель этого излучателя. Наверное, есть какой-то другой способ сломить. А это что, кстати? А, это меню. Я прям не знаю. Блин, так это ж... Это ж гениально. Так, тогда надо сразу так поступить. Так. И сбрасываем. О! Блин, да что я делаю? Лол. Это просто... Ну ничего, бывает, что-то я сегодня рассеянный. Так, все, давай сейчас на одну. На 10 секунд. Сюда. И сбрасываем. Так, пока этим ребятам скажем, чтобы они шли с нами. Ой, как, в общем, я вернусь. Оставайтесь на линии. Ну что ж, сейчас со сотой попытки давайте же сделаем все как надо. Надо действовать быстро. Так. Использовать на 10 секунд. Теперь... выбросить. Оп. Опс. Ау, это было не очень хорошо, но в принципе ничего страшного не случилось. Нет! Патроны. В принципе, не, тоже ничего страшного. Кусок пирога. Эй, у тебя даже пуль нет. Так, вот тут надо осторожней. Осторожней. Смотрите, как мы сделаем. Вот, вот так. Тут я остался один. И мне надо действовать осторожно. Капец. Стелсер от бога просто. Сейчас поплачусь за свою наглость. Ау, ты выжил? За угол, за угол. Ну ты лошара. Да-да-да-да. Ой. Черт. Ах ты. Да умри. Красота. Ну не красота ли? Цветочек. Сколько весит? Блин. Цветочек весит килограмм. Где это видано, господа и дамы? Так, мне надо это все. А, ну, бой-то кончился, чё? Так, сейчас, дабы не пугать даму. Хватит красться. Зачехляем оружие. Мне остается только надеяться, что эта дама не агрессивная. Блин, я думал, я уже загрузился. Здрасте. О боже, бедняга убит наповал. Я сожалею, мне не приходило в голову, что вы были так близки. Он был моим любовником, он был моим лучшим другом. Я не могу поверить, что ты сделал это. Ничего себе.
Я буду убивать всех мутантов, независимо от того, трахаются они со всеми стерами вроде тебя или нет. Вот так. Он был человеком. Он надеялся усилиться через погружение, чтобы выжить. И вот он погиб от твоей руки. Ну что уж поделать, мне жаль. Оставь меня. Слушай, где-то я ее видел уже. Это не из Джанктауна случайно, девица? Вот ей прям не сидится, надо ей связаться с какими-нибудь упырями. То с рейдерами, то... Так, где еще один динамит? Только, блин, не говори, что я один взял. Хорошо. Оп. Так, сбрасываем. За угол. Скорей. Ну все, зараза. Пришла пора сохраниться под, на первом слоте. Так, что же меня ждет там? Вы только гляньте на это. Это же как раз Чан из ролика, который... Ой, мистер Ханди. Робот не функционирует. Запыленная поверхность корпуса подсказывает о том, что такое состояние длится уже много лет. Много лет. Что-то не сказал бы я, что он не функционирует. Вроде дергается. Ну... Лейтенант. Ты смотри какой. Да, интересно. Техники. Ну что ж, пришло время вмазаться. А, не, вы что подумали? Наркотой я мазаться не хочу вообще, что-то как-то. Так, а вообще, я думаю, можно мимо этих-то пройти. Без боя. В смысле, подожди, тут должен быть у меня... Сейчас пока не будем сильно это. Все будем осторожно делать. Так, сколько хп у этих? По 80. О, там еще лифт есть, ну и ну. Так это похоже тот, который рядом был. Нерабочий. Блин, это проблемно. Мимо этого парня пройти. Вообще надо попробовать к компьютеру к этому пробраться. Ну, давай, не пуха. Ох, блин, он идет ко мне. Робот. Робот, отстань. Черт. Анна! Никто ничего не слышал. Что там выпало из него? Вроде не должно быть такого. О. Винтовочка. Ну я, мне кажется, тут много оставлю всякой вкуснятины. Так, что у нас? Интересно, этот лифт рабочий? А, ну да, это тот же самый. Ну, как я и предполагал. А вот мне мимо этих пацанов удастся прокрасться, интересно. Сейчас посмотрим. Ну вон, пошел вперед. Да, что-то они не видят меня. Хотя казалось бы, да? Ну что, у них реализованы какие-то визоры. А? Блин!
Ах ты, мудень. Неплохо. Блин. Да, печаль. Потратил гранаты. Ну, в принципе, я их потратил как надо прям. Вот прям как надо. На. Ты еще живой? А, бежит. Ну, беги, беги. ЦПУ. Готов. А вот нефиг было. Дерзкий. Ну, конечно, сейчас ничего тут не получится сделать. Науку применить. Применить. А, у меня рации-то нет с собой. Ладно, ничего не надо тогда. Толку их было убивать. Какой вообще в этом всем смысл, господа и дамы? Ну что ж, пришло время навалять. Это мы еще используем. Не, подожди, не надо так. Ой, они ж так классно встали там. Сейчас я. Так, сколько хп у этого парня? 200? 50? Ох, капец, их еще и трое. Получай! Как это без последствий? Мне это не нравится. Побежал, побежал. О, у него базука, у них базуки! Я не понял. Это как? Ему пофиг. Капец. Вот мне и хана. Давай-ка наркотой вмажемся какой-нибудь. Психо, наверное. Давай, психо. Блин, они меня окружили просто. Вот сейчас я не выживу, наверное. Ну ладно. Ты смотри, скотина. Зря ты лечился. Ну ладно. А как его убить-то? Попробуем расправиться с его. Блин, перезарядка. Ай-яй-яй. Не, ну в принципе. В принципе, есть шансы пережить это. Ну, теперь уже вряд ли. Вы убиты. А ведь его-то ранило. Ладно, ребята, сейчас надо это обдумать все, и я вернусь, когда что-то будет. Сейчас, через секунду. Ну, господа, все оказалось намного проще, судя по всему. Вот гляньте на эту красоту. Лейтенант был серьезно ранен в башку. Ня. Ну, давайте дальше смотреть, что будет. Так, ты-то куда?
Блин, зараза. Да чтоб тебя! О! Капец. Что творится? Да на тебе! На! Без последствий! Капец. Перезаряжаются, не понимаешь. Блин, это все хреново. Черт, я ж ни хрена не смогу, ладно. Блин, чё ж всё так плохо-то? А во, супер стимпак я могу применить. О, кольнёмся. Всё, нормас. Эй, подожди, а чё я сделал? Я не то что-то применил? Я думал, это супер стимпак. Да получи! Ну, ты-то чё лезешь? Ау! Мочи своих, чтоб свои боялись. Ай. Ну, я не знаю. Чё делать? Как быть? Надо как-то... Чё-то... Да читеры проклятые. Не может такого быть. Ну вообще, конечно, шансы есть. Еще сейф не помешает. Ну-ка, в глаза ему. Нарушает равновесие. На 130, на 123, капец, это нормально вообще. Блин, найти так. Надо еще отступить. Вот так хорошо будет. Ау! Он достал меня, скотина. Ай, блин. Скотина такая. Сейчас, через секунду. А давайте посмотрим, что будет сейчас. Но! Да. Капец. Это просто критический промах. Да, хорош. Ван Хаген был убит. Патроны? А, нет. С патронами все в порядке. На! Всех троих зацепил. Ну, лейтенанту опять похер. Что ж за скотина такая? Да блин, себя убей, зараза. Я не понял. А че он живой-то остался? Останки он ходит, ё. Да блин, лейтенант, умри! Так как без последствий-то? Отступаем! О! Да хорош лечиться! Ты куда побежал? Да не. Лейтенант... Лейтенант бежит. Блин, а сейчас патроны кончились. Вот в чем проблема гатлинга, этого, что патроны кончаются быстро. Хорошо, у меня спина самая защищенная часть тела, так что... Ну, я был ранен на одну жизнь. Ну, пора лечиться. Так, вот это что, психо? Это что, супер стим пакет? Ладно, раз уж начал так, так мы все и оставим. Так, сколько хп?
Это ведь у него лазер Гатлинга. Блин, херово. Да на тебе! Класс. Он почти труп. Теперь беги! Он уже даже не пытается сопротивляться. Тебе давно пора было сдохнуть уже. Ух! Я заблокировал выстрел, короче. Жалкий человек, я слеп. Ну, теперь ты в меня не попадешь. Да блин. Ну сколько хп-то, сколько у него хп? 20. Давай. Давай в башку попробуем для разнообразия. Башка, блин. Да капец. Попадание в башку. Испытывает боль. Мое лицо. Да, поиздеваюсь ты над тобой. Напоследок ты. Да скотина какая, ты смотри, чё. Бежит за мной. Да на еще в глаза, я не знаю прям. Ого. Хрена себе. Вот это жестокая была смерть. Да, жутенько, жутенько. 2500 опыта. Давай все сюда. Так, ну это пока не будем брать, наверное. Так. Ну что, классно. Да нет, да не надо базуку. Ай, все же тут. Все пошло к чертям. Ракета бронебойная какая-то. Труп старшины. Все такие с гатлингами, блин. Этот залагал. Так, ну тут что-то я должен найти по-любому. В смысле закрыто? Ну-ка давай без этого дерьма. Отмычки есть. Open up. Вот так вот. О, клёво. Ай, там опять взрывать придется по-любому, да? Это... Оно не отключается просто. Да блин, ну это же, ну зачем? Мы тратим друг другу время просто, шкаф. Ты просто оттягиваешь свою кончину, это бессмысленно. Это что такое? А, это ключ такой. Вот это возьмем. А, подожди. Я ж базуку зачем-то тягаю. Это мне не надо. Все, зараза. Так, а этот ключ нельзя применить на компе? Не, ну классно, да? Мы смогли сделать это, победили. Жалко, конечно, что... Много квестов просрано в том же Адитуме, в Бониярде в целом. Ну что поделать, теперь-то уж. Что поделать? Так, я надеюсь, они не будут оказывать особого сопротивления мне. Я очень надеюсь. Так, кстати, я же... Диск с программным обеспечением кодировщика, что это?
Так, эксперимент Фепот, блин, не-не-не-не, да блин. Ай. Это что-то все не то, в принципе. Ну ладно. Пофиг. Так, динамит. Сейчас что-то будет, ребят. Что-то будет сейчас. Так, сбрасываем. Уии! Сейчас им устроим кровавую баню. Ай, блин, она же сейчас появится снова. Фу. Пожалуйста, не убивайте меня, только работаю здесь. Ты же не убьешь безжизненного человека, так ведь? Так ведь? Ну, посмотрим. Если без глупости все пройдет, то да. Ты убил правую руку бога, повелитель очень расстроился, теперь что время для нас соединиться со святым огнем. Ну вы даете, как вы это сделали? Чё, у тебя только раба осталось? Да ну вас нахер. Несколько байтов как раз вылезли на экран. Я сдаюсь, да-да-да-да-да. Так, парень, ты мне мешаешь. Можете получить, потому что надо использовать вот эту фигню. Я просто, говорит, работаю здесь. Ты капец. Так. Я как? Вот это что ли надо применить? Да, да вы чё вы? Так, вот это мне вообще не нравится все. Прям вообще. Мне кажется, что-то не так идет. Вы пытаетесь включить компьютер, однако система управления слишком сложна для вас. Вы не можете ее легко освоить несколько раз. Давай пробовать. Вы смогли взять экран интерфейса компьютера управления автоклавами. Ну и чё? Так. Поиск протоколов. Грей? Давай. Боярский. Неожиданный конец файла, как все плохо там, Максон. Давай, загружаем видеокоманду. Вызвать код безопасности, видеокоманду. Давай, взламывай. Ой. Чё-то с игрой стало, короче. Ой, все печально. Ладно, ребят, сейчас я. А если попробовать установить на базе статуса опасность, выполнить, ну и чё? Давай вот без этой фигни. Я ещё раз попробую просто. Ой, я, короче, понял. Я понял всё. Это, короче, игра настолько суровая, что... Мне кажется, это фишка даже, что она крашится просто полностью при попытке что-то сделать. Ладно, сейчас, сейчас. А вы знаете, друзья, я бы еще попробовал поговорить вот с этим роботом. Давайте-ка... Немного поразвлекаемся. О! Будешь сильно страдать, говорит. Посмотрим, кто еще из нас будет страдать. На! Капец, вы немощи. Сюда иди! Сразу. Ты смотри, не хочет идти ко мне. На! Ух ты, смотри.
сейчас он отреагировал наконец-то. На! Привет. Давай без этого. Что-то можно с тобой сделать, интересно? Так. Давайте-ка попробуем. Вот так вот. Вы можете получить доступ к функциям рынка, когда он отключен. А как включить ее? Так, как тебя включить, парень? Применим на тебе ключ. Ничего не вышло. Применим на тебе карту. Как тебя включить? Может, у кого-то из них есть включалка? Короче, надо трофеи какие-то выносить, да, отсюда. Патроны это самое лучшее, наверное, будет. Это я тоже вынес. Ух ты, смотри, у него есть рация. Блин, а что бы выложить-то? Наверное, придется с частью патрончиков расстаться. Рацию надо брать. По крайней мере, посмотреть, что это там она даст нам. Ни хрена. Ладно, все равно пусть будет. А, кстати, рацию-то я могу на нем тоже попробовать применить, кстати. Это же такая штука. Давай, ну блин, ну как тебя включить? Взрывчатки кучи. У меня такое ощущение, что взрывчатка мне пригодится это. Блин, как, что с ним делать-то? Взломать его, может? Блин. Так, беру взрывчатку, ладно. А, ну конечно, ты еще закроешь сундук сначала. Ставлю наркоты. Сколько весит? А. Так, ставлю туда рацию. О, идеально. Блин. Ну, а если включить статус? Ну, я, конечно, очень не уверен, но... Сейчас попробуем, чё бы нет. Это, короче, чаны с вирусом с этим, как я понял. Так. Статус опасность готова. Ну, я, конечно, очень сомневаюсь, но попробую. Печально это все. Он же не будет, да, ничего делать. Бедняга. Мне его жалко. Так, я где? Ладно, пойдем. Я знаю, что надо делать. Вы стойте, не дергайтесь, упыри. Так, берем динамит. На взвод его. Давайте на 20 секунд вообще. Да, и надо проследить, чтобы эти упыри ничего с ним не сделали.
Да ладно тебе, говоришь, таймер давно начал работу, ничего не давно. Эй! Да иди ты нафиг. А-а-а! Ученые бешеные. Отстаньте. Ой, времени осталось 300 секунд, надо бежать. Здесь начинается совсем временно автоклавами, без внешней игрушки, нагрева рассчитанности считанные минуты. Бежим! Бежим все вместе, парни! Надо выбираться отсюда за мной! Тебе здесь не место, да я знаю. Я и убегаю. А вы что-то как-то слабенько. Так, 15 секунд прошло. Ой... Надо собачку-то еще. Собачку вывести. Ну. И лифт заблокировать, короче, надо. Блин. Зараза. Сбрасывай ты ее, сбрасывай. За угол. Временно вывожу еще. Так, эй, стой, 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 вот эта дура, она пойдет со мной, нет? Пошли, ай. Бестолковая. Хочешь умирать, пожалуйста. А, таких можно прямо так. А, нет, стоп, нельзя. Давай, давай. Блин, так дурацкая-то. Что они не ломаются с одного раза. Наверное, если прокачан навык соответствующий, то... Его полностью уничтожать. Чё он сразу полностью... Пошли, глупцы! Давайте! Бежим! У нас осталось 220 секунд. 228 секунд осталось, ребята. О, они, кажется, не покоцаются даже. Сразу на первый, поехали. Класс. Собачка. Я, конечно, понимаю, что я далеко не все вытащил, что хотел. Блин, что я... Я не могу пройти. А-а-а! Невероятно просто, невероятно. Капец, какая подстава. Ян, уйди. Да уйди ты, упырь такой. Нет, песик! Ядрить твою налево, песик! Давайте разнесем вот эту херню. Так. Я не хочу просто, чтобы вы страдали. Все, давай, давай, давай. Уже недолго осталось, ребята, мы выберемся. Давай. Вы временно... Чёрт, временно! Скорей, скорей! Глупцы! Блин. Сколько жизней-то у вас? Сколько? У нас ещё есть в запасе время, надо без паники всё. Пёсик, ну стой ты, ну... Ах, какой... Стоять. А, он еле живой, кстати. Сейчас надо его подлечить. Собачулька, стой. Как ты сейчас себя чувствуешь? О, хорош, хорош. Так, а ты? Все, погнали. Собака-то страдает больше всех. Так, отступаем.
чё? А мы будем узревать, как это всё взорвётся-то? А это чё лежит? Потрошитель, что ли? Потрошитель, реально. Осталось 108 секунд, да. Ну, я, ребят, промотаю, конечно. Сейчас, за кадром это прождем минутку. Осталось 17 секунд. Любуемся. Да, супермутанты будут не очень-то счастливы узнать, что их база взорвана к чертям. 3 секунды! Что-то долго. Ну и чё? Ну я думаю, там что-то какие-то процессы начались, да? Оп. Ролик. Да, и мне очень клёво тут. Блин, а какая была технология? Все и так чертям собачьим порушено, еще будем все сильнее разрушать. Чё? Я не понял. Типа игра закончилась? Блин. Ну вообще. История. Ну я прям не знаю, что сказать. Я так понял, по задумке база уничтожалась уже после того, как найден фильтр водный, уничтожена база, собор уничтожен, то есть, блин. Да, ребят, я должен сказать, ни одну игру еще так кляво не проходил, как эту. Но я думаю, мы заканчивать не будем на этом моменте, да? Вернемся просто позже. Нам еще надо закончить кое-какие делишки в Джанктауне, например. Блин. Ну, в Адитуме в том же, уничтожить собор найти. Я знаю, что Некрополис просрал полностью. Там где-то проход в подземелье был, я его не заметил. Туда еще надо наведаться, и там фильтр-то находится, насколько я знаю. Вот. Да, такие дела, ребят. Ладно. Ну... На эту серию-то достаточно, вот уже в следующей будем разбираться, что к чему. Так что давайте, ребят, до встречи, господа и дамы, дамы и господа. Спасибо, что были со мной, сэр Холмс, канал благородных сэров, Fallout, до новых встреч.